Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас взгляд на новый хоррор, который называется Anonymous Horror Game. В общем, это, ну, разумеется, я думаю, вы поняли, про кого это хоррор, тут как бы и объяснять нечего, я думаю, посторонние шарят все, поэтому давайте же сразу начинать. Какое все шикарное, ладно. Он сильно боялся своего Дианона, поэтому всегда и везде носил маску. Однажды у него загорелся экстаз-киловаттник в ПК, но он был так увлечен троллингом, что не заметил, как в огне оказалась вся комната. Анонимус выжил после пожара, но сильно обгорел, а пластиковая маска оплавилась и прилипла к его лицу. После этого случая он впал в депрессию, начал постепенно сходить с ума. Потрясающе. Он боялся, что с него попытаются снять маску, и пришил ее к своему лицу. Врачи больницы, в которой он лежал после пожара, даже не пытались снять с него маску, а просто приняли решение посадить его в забытую всеми психушку, в которую даже не ходят родственники больных. Ну да, классика жанра. Анонимус, хоть и был уже полностью сумасшедшим, но свои хакерские способности не потерял. Он каким-то образом смог взломать охранную систему психушки, смог закрывать двери и выключать свет. Он запирал людей в комнатах и резал по одному, выключал свет и убивал в темноте, потому что никто не мог выйти из здания или даже позвонить. Анонимус взял под контроль всю дурку. Так он за одну ночь убил всех, кто находился в здании. Он остался один. Но изредка к нему приходили школьники, которые каким-то образом узнали, где находится эта дурка, и что в ней лежит тот самый Анонимус. Они хотели наконец узнать, кто же скрывается. Какая затянутая история, слушайте. Анонимус, конечно же, этого не хотел, поэтому убивал всех пришедших, пока не пришел он. О, тут какой-то диалог, походу. Странно, почему здесь так темно? Ты кто? Кто это говорит? А тот, за кем ты сюда пришел? Анонимус, это ты? Можешь называть меня как хочешь, я все равно тебя убью. Как и всех тех школьников, которые приходили сюда. Ты что, запер дверь? Выпусти меня. Хотя, знаете, если так подумать, если мы тоже школьник, то у меня должен быть какой-то немного другой голос. Ладно, неважно. А может и выпущу, если ты поиграешь со мной. Что ты несешь? Мне стало скучно просто убивать, и я решил, что дам шанс следующему пришедшему, если он выполнит одно простое задание. Какое еще нафиг задание? Нужно собрать 20 листов с дебильными мемами про меня. Ничего сложного, хочешь попробовать? У тебя нет выбора, я в любом случае тебя убью. Ладно, забыл сказать, пока ты ищешь листы, я буду преследовать тебя, чтобы зарезать. Да, это я, конечно, уже переборщил со смехом, поэтому... Так, я убавляю звук, не знаю вообще зачем, просто мне показалось то, что здесь как-то все тихо. И вообще, у меня тут светит солнце. Выберите уровень сложности. Так, снюсерста... Так, я так понимаю, если я... А давайте стандарт, пускай буду снюсером, почему бы и нет, собственно, как бы... Мне порой кажется то, что офником наоборот быть опасно в этом плане. Так, хорошо. Вам нужно собрать 20 листов и желтый ключ для выхода. Некоторые комнаты закрыты, а ключ к ним надо найти. Почти все листы находятся в комнатах, на кроватях и стенах. Изредка могут быть в тумбочках. Анонимус убивает с 3 раз. Понятно. Восстанавливает здоровье можно с помощью колы. Снюс восстанавливает выносливость. Кто бы мог подумать. Так, для фонарика нужны батарейки. Если он кончается, вы про... И... Ой. А вот это уже хреново, кстати. Для взаимодействия с предметами нужно нажать на них, отпустив джойстик. Замечательно. Ну чё? О, повезло, повезло, как говорится. Так, в кит-карт. Ой, блин, я чувствую, это потрясающий хоррор будет. Я прямо даже это... Так, это что за гачимуч? А, погодите, это Жириновский. Ой, я извиняюсь, я дико извиняюсь. Мне совсем другое там показалось. Так, ну хорошо, продавец говна. Как его шутить? Окей. Когда вы уже
Блин, охереть, тут просто, знаете, можно часами сидеть. Так, Ивангай, Summer Time. Позор Time. Ну, ладно, со смыслом. Восстанавливает здоровье. А, хорошо, слушай. Так, ну, позорус. Полоны... А, это снес, походу. Так, хорошо. Открываем двери, короче, все пока что тут потрясающе. Ой, это... Вот сюда лучше не надо смотреть, если вы понимаете, о чем я. Так, это я... Ну, знакомый, что на самом деле? Так, это... Это, походу, это, что ли? Ядрит Мадрид? Так, как ее там... А хотя не на ту бабуль не похоже, честно говоря. Так, все хорошо, тихо. Так, все спокойно. Так, я сделаю, наверное, звук погромче, скорее всего, ну, потому что серьезно. Так, все спокойно. А здесь у нас, короче, какой-то хомяк. А, я его помню, он вроде еще это... И делал бумажный самолетик, и что-то куда-то его запускал. Короче, куча просто отсылок тут. Я просто офигею. Так, это я не знаю, что такое. Но, ладно. Что-то как-то это тут. Что-то как-то тут вообще пусто. Так, ну хорошо, мне теперь даже стало любопытно, как здесь вообще выглядит Анонимус. Так, ну хорошо, дежурная сестра... Так, ну, понятно. Одушевая персонала. Так, Анонимус, ты здесь? Так, все, тихо, спокойно, где ты? Так, ну ладно, это все мелочи. Так, если... О, шайба, действительно. Так, ребят, если вы вдруг слышите моих орущих соседей, я не знаю, когда я это вообще в последний раз говорил в видосах, но в любом случае, когда я начинаю снимать видосы, у меня начинают орать соседи. Так, что-то начало непонятно происходить. Ой, как ты похож, слушай. Анонимус, это ты? А чё ты такой обнаженный? Это Билли Джин, что ли? Почему ты без одежды? Ты кто? Билли Джин, это ты? А, раз. Ой, блин, мне бы в ки... О, не-не-не-не-не, подожди, ты что делаешь, Это мне не на... Нет, Анонимус, ну ты чё? О, кстати, ты неплох для превьюхи-то, кстати. Блин, вот это, конечно, обломали меня. Да, обломали меня. Но, в принципе, пока что все неплохо. Так, я не буду, как бы, вот этот весь диалог слушать. Поэтому мы просто с вами пойдем дальше. Так, ладно. Давайте тогда лучше офником побудем. Запрещено сплевывать на свои враговины. Блин, конечно, тут... Не, ну тут, конечно... О-о-о-о, тихо. Вот это я сейчас насрал тут, конечно, да. Hey, bro, nice dick. Спасибо. Так, все хорошо. Ай, блин, Анонимус, ну отстань ты от меня. А чё ты так быстро припёрся-то, кстати? Я так понимаю, мне всё-таки погромче надо делать. А он там застрял, что ли? Или чё? Попался. А, он реально там... Нет, ни хрена я не попался, Анонимус, слушай. Чё-то тебе как-то не повезло сегодня. Так, ну хорошо. Так, он там что-то, кстати говоря, бубнит. Не поверьте. Палата 27. Ну, тут что-то написано, но я не могу это прочитать как следует. Блин, слушайте, я, наверное, продолжение сниму все-таки, ну, серьезно. Да, вот я здесь. Ну, вот ты что там застрял-то? Блин, слушайте, я серьезно, я... Блин. Охренеть. Я хочу это пройти. Так. Пролапси... О, нет. Закрывайте этого Анонимуса тут. У меня сейчас все равно кокнет. Так, отлично. Вот просто замечательно. Так, я в кит не могу сделать. А карта... Охереть. Тут такая карта просто вот огромная. А это, скорее всего, что-то наподобие Сандрины, да? Правда, тут у нас, ну, в данном случае Сландри находит, я не знаю даже, как объяснить.
Так, вечно 12. Блин, тут столько всего. И этот, и тот, и тектоники, и Моргенштерны вот эти, и Адидасы. Все. И Леончик. И кит какой-то. Так, все, хорошо. Продолжаем. Не открывается? Не открывается, да, не открывается. Так, хорошо, идем. Вот только мне что-то подсказывает, что Анонимус там уже выбрался каким-то образом. Как говорится, Анонимус воскрес. Так, ну ладно. Так, ну все, я вас понял. Куча отсылок на него. Я даже имя не буду произносить, потому что и так уже нашумевший человек. Да, спасибо. Вот это, конечно, уже послание. Я сказал то, что я не буду его, так сказать, упоминать. Он мне тут сразу такой... А, тихо! Тихо, 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 тихо. Дамочка, что ты меня тут анонимусами всякими пугаешь? Так, все спокойно. Так, ну в столовке-то... Погодите, а что за 20-то бумажек? Я не понимаю. Я что-то немного тупанул, я так понял. Так, а вот здесь уже... Да. Здесь уже какие-то полные пытки были. Анонимус у нас просто очень добрый. Так сказать, сделал... жилом вопы. Так, а тут что-нибудь открывается? Ну да. Блин, тут столько всего надо исследовать. А может вот эта записка? Да, вот эта записка. А, стоп, погодите. Все, я понял, надо было те мемы еще собирать. Блин, я дурак. Я вспомнил, что надо собирать мемы. Прости, Анонимус. Но твои мемы сейчас настолько актуальны, что их даже убирать не стоит. Точнее, не то, что не стоит их убирать, а что, просто жалко их убирать. Зачем мне их собирать, Анонимус? Ну зачем? Мне жалко их убирать, это же шедевры. Что? Ну блин, это же мем. Ну вы чё? В самом деле. Вот здесь Анонимус, там Анонимус. Здесь просто анонимусов до хрена. Как здесь... Понять вообще, кого мне тут надо собирать. Каких именно анонимусов? Ну вот. Ёлы-палы, да, согласен. Вот ёлы-палы. Бля, срать хочу. Согласен. Ну вообще-то ты уже в толчке успел обделаться. Так. Минус 3. Уху, да. Блин, я не знаю. Боже, это шедевр. Все, я не могу. Так, пшот какой-то. В смысле? А, нет! Анонимус, ты где? А, он меня... Он там за стенкой стоял. Он там это... Ноуклип подрубил и начал тут это... А может, он ножом там проделал дыру и такой... Тик-тик-тик, вот так вот, и все, завалил меня. Ну хорошо, давайте попробуем последний раз и, так сказать, эту всю годноту я оставлю уже на следующий раз. Так, тут походу какие-то у нас... А, ну да, отсылочки это само собой. Здесь даже отсылочки на игры всякие есть. Так, а ты вообще кто такой? Так, я подумал, это вообще какой-то там Джонни Синс. Так, отлично. Все, пойдем тогда с вами дальше. Так, это у нас что? А, понятно. Хотя, может, и непонятно. Так, вот, короче, у нас первое вот это вот... Первое вроде есть. Ага, да. Все, я вас понял, да. Хорошо. Так, короче, продолжаем идти дальше. Скоро у нас, скорее всего, будет даже спидран. Типа, знаете, анонимус проходит анонимуса. Да, скорее всего, так и будет. Вот прямо... О, вот о чем я и говорил. Вот это да. Вот теперь мне не показалось. Больше никаких Жириновских тут нету. Мне это не показалось. Так, все. Тут что дальше это? У нас. Что? Анонимус пришел? Что происходит? Так, хорошо. Анонимус? Так, вроде нет. Но я нашел мем. Это хорошо. А я вот еще мем. Чё? А, понятно. А, все, я понял. Блин, я вспомнил эту пикчу. Там, где он срать хочет. Да, точно. Я
Я поддерживаю. Я вот сейчас тоже в такой хоррор играю. Вообще страшно. Так, а вот сейчас с таким управлением я в натуре чуть срать не пошел. Красный ключ лежит на одной из кроватей. Спасибо за подсказку. Так, вот, короче, еще один у нас мемчик. А пятый где? Без пятого не идем. Да, согласен, без пятого-то вообще никак. Так, вот эти звуки, которые напоминают аномалию. А, да, 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 да. Это предупреждение об анонимусе, да? Блин, у него, конечно, такой странный смех, но ладно. Да, прям вылет анонимус. Так, все, я пошел. Так, бег тут, конечно, вообще... О, нет. Вкид, срочно, вкид, давай, вкид. Все, я бегу, бегу. Все, пора прятаться. Так, все. А можешь фонарик выключить? Как его выключить? А, его же нельзя выключить, я же проиграю точно. Это же анонимусу наоборот выгодно, то, что я его выключу. Так, хорошо. Хорошо. Но он меня сейчас кокнет, да? Он ж тут где-то. Чё, не открывается? Ой-ой-ой, тихо, чё не открывается? Чё ты орёшь-то, блин, во-первых? А во-вторых, да, не открывается. Ай-яй-яй! Блин, капец. Ну ладно. А я мог убежать? Нет, я ни хрена не мог убежать от него. Это же вообще. Не, ну охереть, конечно. Так, тут еще какой-то непонятный пердеж у меня в этих звуках. Какая-то радиация. Я не знаю, что это вообще такое. Ну, короче, я сделаю потише звук, чтобы... Ну, я не знаю, насколько хорошо меня было слышно. Ну ладно. В общем, как я и сказал, эта игра годная. Вот прям вот мне вообще понравилось, вот, чисто постироничная годнота. Вот, даже если разработчик будет делать Anonymous Horror 2, то я буду просто вот ждать, вот, серьезно. Или, не знаю, короче, все что угодно, не знаю, там в голову придет, я, наверное, это буду ждать. Ладно, в общем, опять-таки, замечательная игра, я думаю, на такой вот замечательной нотке можно закончить, так сказать, первую серию по этой игре. Все. А ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ставьте группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!